По информации регионального министерства искусства и культурной политики, 30 детских школ искусств Ульяновской области станут обладателями музыкальных инструментов фабрики «Аккорд». Для обновления материально-технической базы учреждений культуры региона из федерального бюджета выделено 10,5 миллионов рублей. Поставка инструментов начнется уже с 19 июля. Мы ждем в соответствии с заключенным договором между Министерством промышленности Российской Федерации и нашим субъектом. Получат инструменты 16 детских школ искусств из 12 муниципальных образований Ульяновской области. Особенно хочется порадоваться за те районы, куда придет не один инструмент, а два или три. Также новыми музыкальными инструментами оснастят две школы искусств города Димитровграда и 11 учреждений города Ульяновском. Среди счастливых получателей инструментов – Новоспасская ДШИ. И, конечно, мы нового инструмента ждем с таким большим удовольствием, наверное, как маленькие дети, будем радоваться этому. Ну и для профессионального обучения детей, естественно, нужен новый инструмент. Школа искусств у нас оснащена музыкальными инструментами, но новые, естественно, всегда это очень хорошо. В следующем году в рамках проекта «Культура малой родины» будут обновлены музыкальные инструменты в 15 детских учреждениях дополнительного образования Ульяновской области. На эти цели предусмотрено около 10 миллионов рублей. Кроме того, в этом году обновление инструментальной базы коснется Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Музыканты получат новые деревянные духовые инструменты. На приобретение 21 единицы музыкального оборудования направлено более 16 миллионов рублей. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Юра Ломатов. Новости Улправда ТВ.